Спасибо Редиске и Зирику за поддержку канала и этой маленькой жопы. Сейчас у меня на улице 5 утра. Такой же вид, в принципе, из окна. Кто же к нам придет через 4 дня? Кто они? Ну, хоть говна тут своего наставляли, так что не буду голодным. Вы еще не обращайте внимания, что у меня какая-то заторможенная речь. Просто я недавно проснулся такой, типа, а что бы своим подписчикам сразу не сделать ролик? Ну, не начать его записывать, потом еще монтировать, чтобы в этот день выпустить. Какой здесь красивый вид. Мне еще, кстати, радует, что Voice of the Void у нас уже отходит на второй план понемногу. То, что мы уже начинаем снимать другие игры. К примеру, по Гаррис Моду вам понравился ролик, мне тоже. Он реально получился у меня очень смешным. Пацаны, где тут ломбард? Можно сдать? Мне он нахер не сдался. Вот, все, не свети туда, то пугаешь меня. Если мы успели уже сделать Discord сервер, то вы его найдете по ссылке в описании. А также вы там сможете меня поддержать, Telegram найти. Точняк, я вспомнил, по-моему, на стриме вот эту коробку, да? Да, тут все какие-то странные записи. Мы там, короче, коробку откопали, вот. Не помню, на каком стриме, по-моему, на втором нашем стриме. Да, мы находили, можете там прослушать, там ничего такого сильного интереса нету. А, вы еще написали то, что можно убить того красного. Кстати, у тебя кого лагает? Я могу вам просто все сразу объяснить, очень легко и понятно, почему вас лагает. Игра на Unreal Engine. На ком именно, точно не скажу, по-моему, на четвертом. 33. Монстр, найс. Бежим. Падай, блядь! Дверь открылась, давай, вроде. Прыгай. Блядь! Закрылась. Жаль, только монстр меня не удивил. Только кости меня оставил. Интересный факт, кстати, я еще ни разу блокнот не покупал. А мне еще этот остался. Надо будет срочно поменять на квадрик. Бля, ребят, знаете, если добавить Voice of the Void мультиплеер, это будет так шикарно, это просто пиздец. А да, в Дискорде вы можете предлагать свои идеи насчет роликов, там, игры писать. Я все буду рассматривать. Там интересные варианты я сразу буду записывать. Отвечаю. Куда казал ехать? За хлебом, а чё? Так, а шо ты сидишь? Давай пошуршал, бегом. Все, еду, блин. Так, ребятки, гайд, если вы что-то не поняли, смотрите. У меня тут есть какая-то непонятная буква. Берете так, подходите и нажимаете эту букву. Это у нас значит B. Твою мать. Как же она кончена, там выглядит. А это O или 0? Берете такие, пишите O и 0. Там даже разница видна. А это большая O. 0. У этой, к примеру, есть такие хвостики еще внутри, а тут нету. Так, все, гайд окончен. Если вам нечем заняться, кстати, Voice of the Void, в принципе, можете попробовать поймать баланс на керфусе, чтобы он ровно стоял. Это довольно сложно. Ребята, смотрите, я сейчас буду отправлять отдельный, сука, коробкой, отдельный диск. Кстати, я вам не показывал. Бом-бом-бом. И еще эти есть шкафчики. Тут. Oh no, it's a planet. Ярдх. Все, ребята, смотрите, последние две. Я все ел все какахи инопланетян. Бегите, пока тараканы не съели! Так, яйцо. Кушай, восстанавливайся, ты маленькая совсем. Знаете, есть люди, которые озвучивают мемы и получают дохрена просмотров. Вот просто то, что они озвучили какой-то тупой мем из, не знаю, из Одноклассников 2005 года. Давайте я тоже так сделаю, ща. Кто съел моих креветок? Ты! Сила обнимашек просто. У нас есть такие стеснительные дамы. Смотрят, они комментируют. По крайней мере, я еще не видел. Обманули меня, что ли? Опа-на. Вот это они развились тут. Ну и так залечу посмотреть. Ни хрена вы подушку наставили, ребят. А! Теперь понятно, кто тут у нас пришельцы. Вот знаете, я еду и даже не знаю, что вставить. Какую бы шутку. Не... Заказала как-то макароны с креветками. Повару было вкусно. Этим поваром была Аргемия. Блять, опять где я? Как я вообще сюда пригнал? Больше креветок моим девочкам. А 300 берем.
дай зеленый, я ж давал. Вот что происходит. И насрать просто, и она еще даже достижений зарабатывает. Томас XT. 3D-пылесос с аквабоксом. Компактный, мощный, очищается за секунды. See the crystal raindrops fall and the beauty of it all. That's when the sun comes shining through. She makes those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. А, ребят, нет, не забывайте, короче, еще указывать, что это MP4, к примеру. А иначе будет вот такой у вас. Типа, fails, error, все. Ой, ой, ой. Ладно, мне насрать. Все, наконец-то последняя коробка в этой игре. И сейчас, если нам полностью заплатят, то мы купим последние 12 креветок. Блин, круто. Теперь я вижу время. Смотрите, такие радостные, скоро поедят. Ой, сбрасывай. Девяносто семь. 98, что-то ты не съела. 99. 100. Ни хрена мне очков дали. А, ребят, теперь вы знаете, как быстро заработать. В принципе. А, кстати, насчет заработка. Я забыл вам рассказать про способ. Можете нажать на Алоан и смотрите. Вот, есть планы. Типа, знаете, вложения. Вы вкладываете 100 очков, получаете 120 через 4 дня. И тут так далее. Вы можете взять и просто вот выбрать, ну, D. Ребята, Dodge Backrooms. Просто не спрашивайте. All I need is your love tonight. Спасибо всем, что смотрели мои ролики по Voice of the Void. Если вам, я не понравился, ой. Если я вам нравлюсь только из-за Voice of the Void, можете спокойно теперь отписываться, ведь они закончились. Все. Черная дыра. Вау, ничего не происходит. Заскамили? Пипдаты не страшны даже. Я тебя боялся. Привет. А ты ешь креветку? Дробаш, короче, понятно. Так, ладно, Q-меню тут скучное, так что давайте попробуем убить красного мудака. Ёб твою мать, чё я запустил? Ёб твою нахуй. Так. Чё? Это игра у нас? Не, ну прикольно. Вы меня обманули, его нельзя убить. Я уничтожил пол. Блять. Ну вот и настал ваш черный туман. Стоп, чё? Я летать не могу. Ёб твою мать, так стрёмно звучит. Блять, я выйти не могу, да, значит уже за мной что-то идет. Какая-то херобурина. Туру, 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 туру. Блять, это тоже граница, что ли? Ты че, ебанутый мужик? Он реально границу сюда запихнул? Ой, не получилось люто порофлить. Всем покусики и отличных выходных. Блять.
when the sun comes shining through. You make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.